Почти половина домов в Ленинском районе уже проверены. Представители ГАТИ и администрации районов ежедневно выходят с инспекцией. И так по всему городу. На граффити расклейка незаконных объявлений, рекламы. Постоянно выписываются предписания управляющим компаниям для проведения фасадов в надлежащее состояние. А также проводятся работы по выявлению не только граффити, но и объектов потребительского рынка, которые незаконно вешают рекламу на дома. Фасады, заборы, ограждения – все, что в первую очередь попадается на глаза, должно выглядеть прилично. Внешний облик Самары – это то, что в первую очередь увидят гости города, приехавшие на чемпионат мира по футболу. Раньше дефектные ведомости составляли только сотрудники ГАТИ. Теперь, чтобы усилить работу, к ним присоединились представители районов, а также активные жители Самары указывают на недостатки. Смотрим на опиловку деревьев, на дефект тротуарной плитки или асфальтового покрытия. Также всего внешнего облика города. Это и столбы, и деревья, газоны. Как бы все включает в себя эта дефектовка. По поручению главы города Олега Фурсова работу по составлению дефектовок должны завершить уже на следующей неделе. После чего районные администрации, управляющие компании и собственники приступят к устранению нарушений. На тех, кто будет задерживать эту работу или уклоняться от ее выполнения, будут наложены штрафы. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.